Нас задержали на таможне за таблеток. Да, их было очень много. Мы вынесли несколько аптек в Турции и вывезли самые запретные препараты. Рюкзак на 70 литров полный таблетками и всякими пилюлями. О, Господи, здесь ужасно холодно. Я сейчас умру просто. Просто умру, я не могу. Мы были в Турции 104 дня, вот, то есть 3,5 месяца, и уже отвыкли немножко от нашей зимы, от всего этого. Друзья, наши перелеты всегда эпичны. Значит, сейчас 5 утра, прибыли в Самару, едем домой. И расскажу с самого начала, то есть из Алании мы заказали трансфер до аэропорта Анталии. Ехали 2,5 часа. Стоит 55 лир на человека. 550 рублей всего-то, да? 150 километров. Мы стояли 160. Вот. А потом 2 часа оставалось до рейса. Быстро зарегистрировались, дали багаж. Вот. Летели всего 3 часа. Я впервые так быстро пролетаю в Самару, то есть ровно 3 часа, прям минуты в минуту. Никакой задержки, ничего не было, идеально. Ардвин супер. Супер компания. Задрался нас денег из-за того, что нормы провоза багажа понизились до 10 килограмм. Нужно провозить. У нас еще один рюкзак, который... Ручная кладь, в общем, раньше была 55 сантиметров в высоту, можно было рюкзак, а теперь 40 сантиметров в высоту. Вот, а у нас рюкзак, который вы ручную кладь хотели с собой взять, он, в общем, не знаю, видно будет или нет, у него металлический каркас, то есть он не гнется никак вообще, он 55 сантиметров в высоту. В общем, нам пришлось заплатить за дополнительный багаж, за рюкзак. 2500 еще рублями заплатили. Вот. Хотя просили 25 долларов, это 1700 рублей долларов у нас не было. Вот. Пришлось рублями заплатить чуть-чуть дороже. Не, туристы в основном берут, да, турами ездят отдыхать. Вот у нас ни долларов, ни евро не было с собой. Только лиры, там 200 лир нам не хватило, 250 надо. Лирах так же, как и рубля. В общем, такое эпичное путешествие. 2,5 часа до аэропорта, потом 3 часа лететь. Вот, и теперь порядка, не знаю, часа, где-то полутора часов мы едем домой. Вот уже подъезжаем, минут через 10 будем, через 15, наверное. Да, через 10, да. Снег идет. Папа за нами приехал. Куда мы будем грузить? Это салон. Вереба-баба. Это салон. Ровненько так, ага. А это багажник, наверное. Смотрите, сколько запрещенки. Разрешенка сегодня. Да здесь, блин, жить здесь каждый день такая будет разрешенка. А
пушистый друг. Ань, смотри. Угу. Сейчас ее блох смотрит. Посмотрите, какие они есть. Так, вот у нас тут еще что по Вилоновской. На Вилоновской еще смотрите. Все подряд. Ты вообще что, живая, нет? Здорово. Ёшкин кот, а? Смотри, кого. Ёшкина кошка. Смотри наверх. Ну сейчас он бежит, я задрал. А мы теремок пробовали, не помню?